Доброе утро, друзья! Сегодня хочу вам предложить блюдо, которое было разработано в Советском Союзе диетологами для членов Политбюро. И у нас, конечно же, будет мясо по-кремлевски. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Блюдо готовится из молодой телятины. У меня 2 килограмма молодой телятины. Посмотрите, какое оно свежее, красивое. Сегодня утром только привез. Килограмм лука, головка чеснока, столовая ложка соли, столовая ложка сахара, а также достаточно много сливочного масла, у меня 400 грамм, и уксус. Но это будет все на втором этапе. На первом этапе нам нужно только мясо и лук. Сейчас мы нарежем, и вы дальше все увидите. Нарезали мясо, лук. Мясо нарезали довольно крупно, заметьте. Так, сейчас будем заправлять казан, а потом, как будет готов стартер, ставим его на огонь и будем томить мясо час. Через час добавляем специи, уксус и еще оставляем на час. Поехали. На дно казана поместим половину лука. Все вот так распределим. Вот так. И будем выкладывать наше мясо кусочек за кусочком на лук, чтобы покрыть лук. Мясо выложили. Какое красивое у нас мясо. И все засыпем остальным луком. Лук разровняли, а сверху пошло масло. Масло будем выкладывать. Ну, здесь можно произвольно, можно вот так вот красиво, как, ну, как угодно, как вам нравится. Выложим масло, оно будет окутывать мясо, и мясо будет сливочно вкусное. Да, у нас еще будет вода. Вода, наверное, грамм 200 воды добавим. И все, будем ждать стартер. Добавим воду, грамм 200-250 по краю. И пока стартер разгорается, у нас есть еще чеснок, который мы сейчас нарежем. Все, накроем крышкой и ждем стартер. Все, друзья, поставили на костер и будем ждать после закипания
час, через час встретимся. Рецепт этот долгий. Добавим еще специи, уксус и еще оставим на час. Напоминаю, он готовится, этот рецепт, 2 часа. Поехали. Ну все, прошел час, самое время добавить чеснок, соль, сахар и уксус. Поехали. О, какая красота. Запах стоит обалденный. Добавляем столовую ложку сахара. Столовая ложка соли. Столовая ложка уксуса. И мелко нарезанный чеснок. Сейчас мы все перемешаем. Ой, боже, красота. И оставим еще на час. Еще час будет она томиться на медленном огне. По одной досточке будем подкладывать. И все будет хорошо. Все, встретимся через час. Наступил момент истины. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ох ты, какая красота. Обалдеть. Сейчас все Ай, какая вкуснятина. Из-за мороза плохо видно. Ну все, снимаем с костра. Спустя 2 часа телятина по-кремлевски готова. Выкладываем на тарелку. Буду выкладывать отдельно. Отдельно мясо на тарелку, а отдельно соус. Поехали. Это мясо тает во рту. Смотрите, какая красота. А теперь под любой гарнир можно. Можно пюрешку, кашку какую-нибудь, рисовую, гречку, что угодно. А можно и так кушать. Смотрите, красота неимоверная. Друзья, мясо у нас сегодня получилось просто класс. Хоть и долго готовилось, но это того стоило. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Ароматы казана». Всем любви и здоровья. До новых встреч. Пока.